Я очень рада поздравить телеканал «Абаза» с десятилетием. Дело в том, что мне предоставилась такая возможность поздравлять телеканал с рождением 10 лет назад. И тогда этот процесс был непростой организации альтернативного канала, частного канала. Мы все здесь работающие, мы подписывали письма, убеждали на всех уровнях, где только могли, что это будет на пользу Абхазии, на пользу информационному пространству и всем жителям иметь возможность получать информацию от второго канала. Эти 10 лет показали, что идея была очень важной, нужной, что канал не просто выжил, а он стал неотъемлемой частью жизни жителей Абхазии. И мы получаем очень много интересной информации, интересные передачи. Одна вот эта рубрика «День в истории Абхазии», мне кажется, она очень многого стоит. Она заставляет вспоминать и не забывать очень важные имена и события, которые связаны с историей Абхазии, культурой Абхазии. Я считаю, что это начинание очень важное, очень большое. Прекрасный коллектив, замечательные идеи. И хочется только пожелать дальнейшего развития. Мне бы очень хотелось, чтобы точно такой же канал, и те же передачи, может быть, другие, были бы и на абхазском языке, чтобы вот развивалось и телерадиовещание на абхазском языке. Всего вам доброго, удачи, новых интересных передач.